Российский футбол уходит в Азию. Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия – это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. После военного вторжения России в Украину ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от всех турниров. На сегодняшний момент российские клубы играют только внутренние соревнования. Сборная России за год провела 3 товарищеских матча, по-моему, со сборной Киргизии, со сборной Узбекистана и со сборной Таджикистана. Был вопрос, что, может, они сыграют поединок с Боснией и Герцеговиной, но лучшие футболисты Боснии и Герцеговины отказались ехать в Россию, потому что сказали, что мы туда не поедем. И эта игра отменилась. И сейчас, когда весь спортивный мир следит за чемпионатом по футболу, Россия снова задумалась, а не уйти ли нам в Азию. Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию. Вопрос о переходе в АФК будет обсуждаться на ближайшем исполкоме организации. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. Пока не обсуждал данный вопрос с представителями Азиатской конфедерации и УЕФА. Будучи членом Азиатской конфедерации, Россия, вероятно, думает, что сможет участвовать в официальных матчах под ее эгидой. Это нищая конфедерация, абсолютно нищая. Мы там ничего не зарабатываем и ничего не обретаем для своего футбола в плане развития. Все стремятся в УЕФА. Я помню, сколько я сил потратил, чтобы решить вопрос по Казахстану, чтобы перевести их из Азиатской конфедерации в Европу. Я занимался этой темой 2 года, хотя был в этот момент вице-президентом ФИФА. Не хотели принимать. При этом переход будет означать, что российские клубы потеряют даже теоретическую возможность участвовать в Еврокубках. Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но насколько на самом деле реален переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола? На сегодняшний момент Россия дисквалифицирована со всех соревнований. И дисквалифицирована она не европейскими футбольными чиновниками. Она дисквалифицирована ФИФА. Это международная, это как бы всеземная футбольная организация, которая дисквалифицировала россиян. То есть и Европейская конфедерация, это УЕФА, и Азиатская конфедерация, это АФА. Они все равно есть членами большой организации, которая имеет название ФИФА и которая руководит этими всеми процессами. Поэтому то, что они сейчас это все заявляют, это все бесперспективно. Никуда их не пустят, никакой международный футбол они играть не будут. Поэтому сегодня Россия занимается очередным шантажом. То, что они смотрят в Азию, это больше идет разговор о деньгах, чем непосредственно о футболе. Дело в том, что «Газпром» много лет был спонсором УЕФА, спонсором Лиги чемпионов УЕФА. И как следствие подсадил на вот эту газовую иглу европейский футбол. То есть много там денег, много барышей европейские чиновники футбольные получали именно от «Газпрома». Сейчас они просто их шантажируют в том, что вы не хотите нас видеть, мы перейдем в Азию. И куда без всем известной российской пустой пропаганды. Сегодня они пытаются внушить болельщикам, не сколько их выбросили из мирового спорта, а как то, что он России просто не нужен. Всю жизнь в России футбол, как и спорт, в общем, это был как бы реклама идеологии. Спорт был важным таким рупором правильного поведения и хорошего устроя жизни. Они Олимпиаду проводили, они чемпионат мира проводили для того, чтобы показать, что мы богатые, мы все можем, мы все сделаем, у нас все хорошо, мы тут процветаем, мы развиваемся, мы все хорошо живем. Чтобы мы там не говорили, но победы, там олимпийские победы, победы спортивные, победы футбольные, они всегда поднимают патриотический дух. Вот мы там самые сильные, мы самые хорошие, мы самые вот, мы всех победим, понимаете? Сейчас у них забрали эту возможность. Футбольная Россия стоит на пороге выбора признать свое государство агрессором и смиренно ждать, когда мировое сообщество простит и откроет вновь двери в большой спорт, или пойти прямым путем к деградации. В последнее время Россия принимает именно этот путь. Что ж, мировое футбольное сообщество немного потеряет. С футбольной точки зрения это бессмыслица. Это изображение деятельности. У них не будет футбола. Все, футбол у них умер. Я думаю, что в ближайшие лет 5-7 у них футбола не будет.